Так, время вечер. У нас вот такая перестановка. Бабушки в комнату морозилку унесли. Ты помогаешь, Матвейка, папе, помощник. Да? Давай толкаем, толкаем. Ой, молодец какой. Помог папе. Молодец, мальчик, помогает. Ну кто, как Матвейка папе поможет, конечно. Да, самый сильный маленький такой. Анатолий, вот этот. Мы освободили место для елочки нашей. Вот такая у нас елочка. Муж достал крестовину, но елочка у нас толстовата. Сейчас мы ее подрубим. Ты куда пошел-то? За топором сначала схожу. Дом-два. Только приехал, уже все перемело. Машину уже, посмотри. Слушай, метет у нас вообще капитально. Девчонки, у нас вообще... Слушай, прям вот на камеру, я не знаю, передает, нет камеры, но вот я вижу, вроде как передает. Снегу у нас подметает. Пометает у нас. Так что вот наш второй дом. Вот он рядышком. Сейчас дорогой сходит за топориком. И мы будем ставить елочку. Так. Украшается наша елочка. У нас 26 метров. 26 или 28 гирлянда? Ты говорила, Оля, 28. 28? Да. Ну вот, сейчас намотаете, так столько будет гирлянды, красота будет. И намотали гирляндочку вокруг нашей елочки. Че, дорогой? Да колется что-то. Колется? Мотай, мотай. Ой, Матвеечка радовался елочке. Да, Матвеечка, мальчик маленький? Да, мой любимый. У нас игрушки остались от дома 2. С дома 2 с той елочки. Сейчас мы повешаем. Какая красота. Да ты чё? Давайте игрушки навешивайте скорей. Матвейка помощник? И наряжаем елочку сегодня. 28 число. Сегодня 28, сына? 28 декабря. Кто бы мог подумать, что мы будем здесь ставить елочку? Места у нас, девчонки, было не было. Было не было. У нас здесь стояла морозилка. Здесь стоял вот этот столик стоял. Морозилку убрали к бабушке в комнату. И поставили сюда мы нашу елочку. Елочка такая большенькая была. Папка нам отпилил верхушку. Так что сейчас мы ее украсим. Ты вообще все... Девчонки, всем привет! У нас сегодня 27 число. У меня немытая голова, и я застряла. Саша, спасите меня. Я не могу. Спасите. Думаю, это что-то опасно. Парик мой сниму сейчас. Мама напугался, парень. Ой, маме волосы вырвали. Что маме больно? Все, 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 все. У мамы волосики, все, видишь, все. Что это? Ну, что это происходит с мамой? Я же тебя. Я ничего не поняла. Ну для чего вот это? На! Ну я откуда знаю, мух-то уже давно нет. Мух давно нету. Не, у нас девчонки были мухи, но они уже исчезли сейчас. Ну вот я сама. Самая здоровая муха, это мамка! Мы украшаем нашу елочку. Данечка уже навешал игрушечки вот такие вот из соломки, из фикс-прайса. А это у меня старенькие игрушечки. Старые игрушечки. Данечка, там бери еще. Сейчас мы украсим нашу елку. Кто бы мог подумать? Мы даже не ожидали. Папка нам принес елку, и мы ее украшали. Остатки игрушек. Еще нашла игрушечки у нас оставались. Мы украшали в доме 2 елку. Я покупала новых игрушек. Тут вот совсем старенькие. Вот старенькая игрушка. Эти вот посовременнее уже. Уже. Так что остатками игрушек украсим нашу елочку. Наша елочка горит. Гирлянду намотал муж. Намотали мы гирлянду. Елочка наша вписалась. Настроение праздничное она нам создала. Так что, девчонки... Я думала, сегодня 28, сегодня 27. Ну, скоро уже будет. Время 9:30 вечера.
10:30 я сегодня составила наше меню на Новый год. Посоветовалась с детьми, конечно же, что хотят дети. Больше всего мне-то, в принципе, как бы все равно, я всеядная. Так что... Так. Так что сейчас нарядим нашу елку. Завтра надо будет кое-что прикупить. Кое-что прикупить. Прикупим продукты. 30 числа будем готовить. Так. Такие вот еще игрушечки. Тоже как под старинку, что ли. Но они уже более современные. Это я, наверное, покупала их, не помню, несколько лет назад. Такие игрушечки. Вот так вот. Устроился опять, как в домике, да? Нарядили елочку. Вот такая у нас елочка получилась наша. Такая простецкая, обычная. Елочка. Нарядили елочку из того, что было. Какие были игрушечки, такие повешали. Да, Матвеечка? Такая вот простая наша елочка. Мальчишка довольный. Девчонки, мальчишки, всем приветики. Сегодня день второй. Мы вчера украшали нашу елочку. Вчера украшали. Сегодня собираемся за покупочками. Тут у нас в доме 2 горит елочка. Время у нас уже такое вечернее. Вечернее. Ну, вечереет. Уже вот на улице как бы смеркается. Смеркается. У нас столько снега навалило. Отсвечивает. Не видно. Время 16:00, наверное. Так что мы занимались делами, нам было некогда. Вот, а сейчас муж огребается. Огребается, я поддерживаю печку. Печку растопил. Надо к вечеру надо натопить, чтобы было у нас тепло. Ну, в принципе, у нас тепло, как бы, ну, мы любим еще теплее. Вот, и сейчас хочется уже съездить в магазинчики. Магазинчики и что-нибудь купить. Посмотрим, что мы купим. А что мы купим? На новогодний стол мы купим что-нибудь. Так что я вот мылась, голову сушу. Сейчас, говорю, подсушу немножко и будем собираться. Как раз он огребется. Снегу навалило. Вообще просто. Вообще море. Море снега. Так что будем собираться сейчас. Мы уже мчимся в магазин. Да, дорогой? Снегу у нас сегодня навалило, блин. Второй раз уже повторяюсь, ну, мы столько снега в этом году еще не видели, да? Нет. Так что огребался, да, огребался, еще не все огреб. Саша, осторожно. Даже здесь елочки нарядили. Мы уже дома, я уже дома. У нас пока Матвейка спал, мы ездили. Муж меня увез, я сделала свои дела. В общем, какие-то делишки мне надо было сделать. А потом, значит, я зашла в овощной ларечек и купила по списочку овощи и фрукты. Фрукты, потому что, девчонки, я не всегда, как сказать-то, в общем, по списку беру. Я бывало время, что я брала просто, беру все, что хочу. Все, что я хочу, то я беру. А в этом году, в общем, я все-таки решила составить меню, составила, в общем, чтобы конкретно составила список, и по этому списку, в общем, не отклоняясь от списка, в общем, все взяла, все, из овощей и фруктов. Даже записала цены, какие у нас, девчонки, цены. Девчонки, цены, конечно, растут. Цены растут, но я думаю, что, в принципе, как бы, более-менее я взяла премиум. Так, я взяла 4 помидорки, они у меня вышли, значит, так, помидоры вышли у меня, так, 615 грамм на 101 рубль 48 копеек. За килограмм помидоры стоят 165 рублей. 165 рублей, ну, в принципе, сегодня 28 число, я думаю, что цена, в принципе, нормальная. Так, помидоры я взяла только лишь на этот, кто он называется, на грудку. Буду делать куриную грудку в духовке, запекать куриная грудка с помидорами с сыром. Так, гармошкой делать. Еще. Так, взяла 2 перца. Перчики у нас по 245 рублей за килограмм. Ой, ну-ка.
Да, 245, ага. Они у меня вышли, значит, 2 перца на 89 рублей 43 копейки. Ну, вот прям этот перец мне так напоминает острый. Я так люблю, девчонки, острый перец. Прям вот откусываешь и ешь. Но в этом году, в общем, у меня его не было. Я его не садила, острый перец. У меня не было семян. Или нет, или были они, не взошли. В общем, не помню что-то. Ну, не было перца у меня. Не взошли, потому что я болгарский тоже садила, вот как. Так, взяла одну такую перчину и такую. В принципе, они одинаковые, он мне сказал мне продавец по вкусу. Но и цена у них одинаковая. А, нет, по вкусу они вот эти вот слаще. В общем, вот так. Это у меня пойдет на салат, на свеженький салат, который я ела у подруги. Так, три огурца я взяла. Я взяла три огурчика. Огурчики у меня пойдут, значит, на роллы. Так, один огурец пойдет на роллы. Потом что у меня? Салат. Так, вот на этот салат, который я сейчас сказала, который у подруги ела, там тоже нужен огурец. В общем, мне понадобится три огурчика. Все, достаточно. Так, что я взяла? Мандаринки я взяла просто покушать. Так, мандаринки, девчонки. Мандарины у нас. Вот эти мандарины, я, значит, взяла их по 90... Так, вот у меня... Так, мандарины по 98 рублей. В общем, что я сделала? Я вначале набрала мандарины по 145. Он мне их расхвалил, конечно. В общем, я их уже набрала, а потом он говорит, а там еще есть по 98. Там, в общем, подошли, ну, женщины тоже спрашивают. Вот по 98 рублей. Я, значит, что я сделала? Я купила по 98 рублей одну и по 145. Хотя те Абхазия и эти Абхазия. И, в общем, ну что я сделала? Я прям в магазине вот так попробовала. И не почувствовала разницы. И купила, в общем, по 98 рублей 2,5 килограмма мандарин. Так что очень сладкие и очень вкусные. Так, еще я взяла 4 зеленых яблока. Буду делать шашлычки в духовке. Вот 4 яблока мне будет достаточно. Все. Такая скромная покупка. А еще взяла вот такие конфетки. В общем, 4 конфетки я взяла. Вот такие вот, не знаю, что за конфеты, но я вот наподобие таких ела и люблю. Правда, они не дешевые, 600 рублей килограмм. Но я взяла 4 штучки, я взяла вот 4, просто попробовать. У меня дети такое не особо. Нет, тебе дам, конечно, маленечко, сейчас даст мама. Так, дыня с чем у нас? Дыня с грецким орехом. Ну, в общем, похвалили мне, сказали, что вкусные конфеты, но не дешево, 600 рублей, да? И вышли 4 конфетки на 100 рублей. Так что сейчас с чаечком он попью. Чаечком. Все. Так что будем папку ждать. Да, беги к маме. Будем ждать папку и будем пить чай пока. Так что, что нам купит папка? Ну, в принципе, он купит все нам по списку, надеюсь. Отведали, девчонки, мы конфетку, ту и другую. В общем, Даня пришел, мы вот порезали, попробовали. Я говорю, попробую. Купила эти конфеты, попробовать. Я люблю конфеты, в общем, с черносливом. Они похожие в магните, но они были в магните, кстати, они были по 400 или по 500 рублей. Похожие, такие большие, тяжеленькие конфетки. Я их все брала, но там попадались такие еще косточки. Вот, а эти конфеты, он что, 600 рублей. Так что, что ты, Даня, говоришь, вот это самое вкусное, ага. Самая вкусная вишня коктейль, ну правда вкусная. Так что и дыня, в принципе, ну мне больше всего дыня понравилась, так что на любителя, ну можно покупать. Сейчас все разгрузим и будем убирать. Так, муж привез покупочки. Так, купил крабовые палочки, это будет у нас салат. Салат свежести я его буду называть, у подружки, которая ела. Так, это у нас надо будет морозилку убрать сына. Так, тунец, девчонки, тунец, консерва. Ну, обычный тунец с такой вот открывашкой. Мне кажется, с открывашками лучше, потому что и консерва как-то она повкуснее. В общем, два тунца, это мы будем делать роллы. Все-таки хочу я сделать роллы. Так, купила мне листья нори, тунец буду делать, потому что это вкуснятина. Так, Матвейке каши купил молочный. Так, сюда положу. Так, у нас консервированные ананасы. Одну баночку он сына взял. Мы хотим сделать салат. Ананасы с курицей потом будем делать салат. А, нет, одну, две взял. Две баночки, ура-ура. Я очень люблю этот салат. Так, два соевых соуса он взял. Чесночных, обожаю. Так, сыр.
сыром взял две упаковки. Сыр у нас тоже нужен будет и на ананасы с курицей, и куда еще? И для запекания грудки, в общем, в духовке. Так, два ведра майонеза взял, две пресервы. Пресерва-то одна. А что на одну взял пресерву? В холодильник убрали? О-о-о. Так, Северная гавань, филе кусочки в масле. Так, это у нас будет селедку под шубой я делать не буду. Не будет мама делать селедку под шубой. Нет, нет. Я буду делать этот, кто называется? Виталя, забери его. Я буду делать... забыла, что я буду делать. Я, наверное, буду делать либо рулет, либо бутерброды с селедкой. Так, горошек, в общем, у нас пойдет на любимый салат детей, оливье. Так, кукуруза у нас пойдет в сочный салат наш, витаминный. А, соку, коробочку соку. У нас Новый год будет на сухую. Мы ничего не будем употреблять. Так, луку много, 3 пачки зелененького. Так, салатик. Салатик это для роллов. Не знаю, доживет, нет. Ну, посмотрим, не доживет, свежий возьмем. Посмотрим, в общем. Так, и 2 колбасы. Колбаса докторская и колбаса копченая. А колбаса копченая у меня пойдет на закуску из блинчиков. Блинчики, яичные блинчики выпекаем на сковородке, нарезаем и делаем с чесноком, с колбаской копченой. Вот. И простая колбаса докторская у нас пойдет на оливье. Ну, конечно, если мы ее не съедим, придется свежую брать. Дети уже тут поднарезали. Подотрезали. Так что, девчонки, вот такие у нас покупки на Новый год. Так, чек он мне не дал. Кстати, что по чеку? Сколько денег, интересно, он потратил? Да не... О, чек есть. Он же покупал не в одном магазине. Мне интересно, потому что я потратила на фрукты и на овощи 600 с чем-то рублей. На 600 рублей у меня вышло. Так, это что у нас получается? Это у нас 34 рубля. Что это он купил такое? Желатин пищевой. А за где он? Зачем он куплен? У меня дома желатин есть. Так, здесь у нас потрачено 1454 рубля. Это только магнит. Так, каша у нас вот детская. 89,99. Кстати, так я и убрала ее. Такая вот каша Хайнц. Ну, недорого, кстати, недорого. Каша. Морская водоросль нори. В магните она стоит 179,99. Такая же. В пятерочке, это чуть-чуть подороже, что ли? Не знаю. В общем, не интересно мне. Ну, хотя нет. Хотя это очень интересно. Цены надо знать. Крабовые палочки у нас стоят... Так, ну, 169,99 за килограмм. О, муж купил у нас 183 рубля. Майонез у нас 116,99. Вкусные консервы тунец 86 рублей 99 копеек. Нормальная цена, в принципе. Сельдь. Так, сельдь с пресервом. 2 штуки. По 65,99. Это ту, наверное, которую Даня кушал, да? Лена, не вижу. А, вот они, пресервочки-то. Он ее кушал или не кушал? Ага. Ел он ее, ага. О, ну она, я не знаю, это открыто, нет? А, вот такая еще. Вот это по 65, наверное, рублей. Такая вот, вообще. На кулечек тебе положить. Кулечек. Так, а сельдь, Северная гавань, 159,99. Что-то холодильник не закрываться. Так что вот такие, девчонки, дела. В общем, что еще? Ну, что еще тут у нас? Салат листовой, 52 рубля в горшочке. И все. Лук зеленый. Лук у нас зеленый, значит. Так, лук зеленый, 52 рубля 99 копеек. Одна упаковочка. Что ты ему не даешь? В общем, не знаю, где он что еще покупал, но вроде все из магнита. С магнита нет, вот этот не с магнита. А горошек и кукурузу я всегда беру в красно-белом, потому что они у меня, они там проверенные, я всегда беру, они с открывашкой, чтобы они были такие красивые, зелененькие, вкусненькие. Вот, в других магазинах я не беру, не знаю, стоит ли брать или не стоит. Так что, такие у нас покупочки. А мы сейчас идем в тот дом... И у нас там варится лытка. Посмотрим, сварилась, не сварилась. В общем, хотела я сделать прессованное мясо. Посмотрим, в общем, что у нас там. Подсобрали все чеки, в общем, посчитала.
посчитали мы, у нас вышло 3204 рубля 50 копеек. Это, в общем, вот все, что я, все, что мы приобрели. Если мы ничего не докупим, то наш стол обойдется. Ну, конечно, как весь стол? Конечно, что-то останется. Ну, посмотрим. В общем, будем готовить, видно будет. А, шашлычки. Либо я сделаю из курицы, курица у меня есть. Либо буду покупать в магазине, в этом, кто называется, свиные готовые шашлычки. Хочется мне шашлычков с яблоком зеленым. Так что такая сумма, ну я думаю, что это нормально, это вообще, считай, что 3 копейки. Мужу сказал, что мы даже шампанское не будем покупать. Он говорит, вы можете сок пить, а я буду шампанское. Ну, зеленое яблоко достаточно, я считаю. Не знаю, что-то мне не хочется нынче отмечать Новый год с бутылкой шампанского даже. Так что, ну посмотрим, видно будет, конечно. Так что, что, парни, пойдем туда? Пойдете со мной? Да, говорит, да, пойдут. Так что, ну пойдемте, все. Ну что? Что? Я тебе серьезно говорю, на полном серьезе, мы не будем шампанское покупать. Да, мы будем водку покупать. Я тебе серьезно, ты мне вот начинает вот такие вот шутки. Шампанское не будем, а я буду игристое вино брать под шампанское. Мы ничего не будем пить в Новый год, понятно? Вот так вот мы рассуждаем всегда. Я говорю, нет, а он да. И все, ну все равно ведь на моем останет. Нет, в этот раз я тебе сказала нет. Так что мы, Новый год, скажешь, праздник, а я не хочу в праздник пить. Я хочу, даже есть буду в меру кушать. Сделаем все диетическое и будем кушать в меру диетическую пищу и фрукты. Что же мой любимый делает? Что он делает? Мы уже на доме два. Нарезает мясо. Мясо нарезает муж. Скажет, стирки, у меня стирка, будут стирку стирать в тазике. Спрятать надо, закрыть собой. А то скажет, он показывает все тут свои. Мы делаем. Что мы делаем? Что мы делаем? Не знаю, что ты делаешь. Залипнул или что ты делаешь? Я хочу мясо попробовать с соевым соусом. Так куснуть прям так хочется. Да ты что? Ну, я не знаю, маленько попробовать, чуть-чуть. Так, не досыта. Грамульку. Так что. Какая костыга. Да? Тарелочку взять, где у нас хоть какая-то пиалочка? А, есть, тут все есть. Закинем стирку мы на ночь. Да сейчас закинем, она выстирается. И все, и развесим. Сейчас попробую с соевым соусом. Почему мне так нравится, такой у него аромат. Чесночный соевый соус. Тут вкусно. Вкусно? Угу. Девчонки, видео снимаем на тот канал, на дневник мамы Ольги. Сюда тоже заходите. Так-то. А здесь что? Больше у нас ничего интересного нет. Покупки мы сегодня сделали. Сейчас у нас время вечерок. Да хлеба хочу со шашлыком. А, у меня вот кусок-то. Нет, я доставала животное. Просить-то не ешь. Немножко. Так что? Что там происходит у нас? Вечер наш. Смотрите на дневнике мамы Ольги. А здесь, на этом канале, мы закончим свое видео. Завтра у нас 29-е, завтра муж на работе. Блин. Ну посмотрим, день, как говорится, будет день, будет пища. Не знаю, что будет завтра, завтра будет видно. Не люблю загадывать, потому что не знаешь, что завтра будет. Как будет настроение, я человек настроения. Ага. Плохое настроение, да, дорогой? Да. Ничего не делаться. Так что, блин, вкусное мясо с соевым соусом. Сейчас сделаем. Не знаю, что мы сделаем. Типа холодец, что ли, или что? Да? Что получится? Да, наверное. И наедимся. Так что, девчонки, всем скажу всего доброго, всем спокойной ночи. Кто ест, всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, кто зашел впервые. Ставьте лайки, пишите комментарии. Девчонки, объедение. Делайте заливное к Новому году из рыбы, из мяса. Муж, вот сегодня ладно, лыдку догадался что-то сварить, ага. Давно я не ел. Я так-то не особо свинину. Почему-то свинину не очень люблю. Свежую только. Только-только. Так что такие дела у нас. Объедение.
Ну, объедение, ну, блин, что оно у меня выскальзывает из рук-то? Объедение, кто-то писал, мычу от удовольствия. Прям вообще. Вкус вот этот, вот мясо с соусом. Вкусняцкий вкус. Так что, всем еще раз приятного аппетита. Пока-пока.